Новый учебный год для учащихся и педагогов начался с приятного. Поручение главы города выполнено. Весело преодолевая спуски и подъемы из самых дальних уголков сельского округа, школьный автобус везет ребят на занятия. Необходимость в запуске нового маршрута, который бы осуществлял подвоз детишек, это было нам очень нужно и необходимо. Поэтому с 28 сентября было принято решение управлением образованием совместно с ХЭК, и был разработан новый маршрут, и теперь наши ребята не опаздывают в школу. Ребята уже успели оценить преимущества школьного автобуса. Ведь маршрутные автобусы ездят с получасовым интервалом, да и попасть туда непросто. Взрослые спешат на работу. Родителям стало легче, спокойнее, они знают, что я приеду вовремя домой. Раньше мне приходилось ездить на обыкновенном автобусе, на маршрутном, получается, на 132-м, и приходилось платить. Родители благодарны городским властям за решение важного вопроса безопасности их детей. Мы приехали сюда недавно, и получается, что доставка в школу и обратно из школы ребенка – это было для нас большой проблемой. Сейчас, когда автобус появился, я знаю, что у меня ребенок спокойно сел, уехал в школу, он в безопасности, он под присмотром. У водителя Николая Бойко забот прибавилось, ведь работает он теперь на две станичные школы. Нужно успеть привезти и развести по домам первую и вторую смену. Мест в автобусе немного, но лиха беда начала. Преподаватели и школьники не теряют надежды, что в скором времени у них появится свой собственный транспорт. А пока и этому рады.